Нормально. Студентка, практикантка, входила в класс смело, вела урок краснея, как будто первый раз, и почерком красивым оценки выводила, ведь это же был первый ее десятый класс. Но этот класс десятый немного был моложе, и как-то так-то это однажды поняла, сидела, проверяла тетрадки у окошка, и записку мятую она нашла. Вы смотрите, Таня, что я учусь в десятом, и что гоняю по крышам голубей. Вы извините, Таня, что я грубил когда-то, а теперь люблю вас, хоть убей. Ну что теперь поделать, как класс войти обратно? Витрине-то обычно на письма отвечать. И Таня написала на листике тетрадном: ты подрасти, Егоркин, согласна, буду ждать. Вы извините, Таня, что я учусь в десятом, и что гоняю по крышам голубей. Вы извините, Таня, что я грубил когда-то, а теперь люблю вас хоть убей.